Перископ, пацаны. Да, и что? Я назвал его «Идем с ДР». Хорошо, начинай его. Ну, я начал, пока что люди заходят, я просто показываю, как вы шастаете. Пойдем. Я думал, у нас где-то на уровне банкетка. Кончик. Да. Если что, банкет. Справа. Слушай, в этой городе есть как-то бургер. Всем привет, дорогие зрители. Я пытался поперископить из места, где мы были, но почему-то там очень плохо ловил интернет. Даже не знаю, стоит ли раскрывать все карты. Короче, насрать. Каким-то образом нас вместе с Русланом и Мишей позвали на официальное празднование дня рождения королевы в посольство Великобритании. После вашей встречи на Витфесте вы нам понравились? Витфест открывает некоторые двери. Да. Кроме дверей в квартиру Руслан за денежкой. Ассистент пресс-секретаря консульства пришел на нашу встречу на Витфесте. Мы ему понравились, и он нас позвал. Мы с ним тусовались и бухали. Вот. Мы были в посольстве, нафоткались там, короче. Вот. И долгое время мы думали... Да, не трахнул Хлебникову. Да, Мария Хлебникова... Марина. Марина? Мария? Да насрать. Дмитрий. Дмитрий Хлебникова. Короче, мы ходили там, пили алкашечку, вот, слушали, я законтачился каким-то образом с послом Франции, вообще очень долго с ним стояли, базарили, и сейчас мы идем в Килфиш, блядь, бухать санину антимидрольную, вот. Короче, такие дела, вообще, мы долгое время... Скажите, где ближайший СПБ от Китай-города? Мы долго думали, что это пранк, потому что чё, ну... День рождения королевы, мы приглашены, чё? Максимально думал, что это пранк. Ты настолько думал, что это пранк, что купил костюм, да? Мне пришлось, да, приодеться, и я очень долго не решался, я думал, что нас как-то очень сильно разводят. Но, типа, не было... Они очень хорошо подготовились, если бы они разводили. Потом мы сказали: Миш, ты чё, отбитый, что ли? Тебя зовут в консульство на день рождения королевы. Что так сложно в это поверить? Ну, блин, вот, короче... Мы все приоделись, потому что дресс-код был, все дела. Реально, нам пришлось уговорить Мишу пойти на день рождения короля. Да, представьте. Да. Посмотрите. Вот этот человек, ему надо, не знаю, что... День рождения королевы, это недостаточно VIP для него. В посольстве было очень круто, прям очень здорово. Ко мне подошла Марина, Женщина. Правильно? Марина Хлебникова. Машка. Марина Хлебникова со своим, видимо, агентом или мужиком. И такая, Марина. Вот, типа, мужик говорит, вот, познакомься, Марьяна. Это... Марьяна Хлебникова. Вот, познакомься, это, типа, видеоблогер популярный. И я такой, да, здрасте, я вот шутками занимаюсь. Она такая, а какими? Я такой, ну, всякими провокационными. Она такая постояла пару секунд, послушала, такая, ха-ха, очень смешно. И ушла, я такой, ебать, что ты вообще от меня хотел? Че, ебанутый, я тебя должен развлекать, что ли? Вот. Но было весело. Марьяна Хле. Марьяна Хле? Да. Мы решили вопрос. Я, короче, весь... Я в костюме, но тем не менее... Ну, не весь. Я в конверах. Вот. Мы очень напрягались, насколько строгий дресс-код. Какой-то блогер из Life Journal мог приходить вообще... Оказалось, что там было пару людей, которые вообще забили болт. Мы Обломова видели, он просто пришел в рубашке, в синей и в джинсах. Вот. О, блядь, Ламборджини проехала, ебанись. Ну да. Да, не в Москве просто оказался. О, дорогие вещи. Такие вот дела. У кого тусовался рядом с двумя Бентли по 18 миллионов? Да. Спрашивают, у кого ДР, я уже объяснил. Мы были на официальном праздновании дня рождения королевы в посольстве Великобритании, да. Елизавета II, наш бро теперь. Я взял визитку, но я думаю, она недолго будет котироваться. Еще лет 5. Лет 20, я думаю. 20? Ты думаешь, ты 20-ку даешь еще? Я думаю, она очень ударная женщина. Ох, не знаю, я не знаю. Ну, короче, было клево. Мы, на самом деле, в восторге, что нас пригласили. Прикольная херня. На самом деле, ну, мы все время ходим на такие мероприятия и просто принижаем себя. Вот. Такие просто дела. Раньше Миша без костюма ходил голый.
Да. Сейчас мы уговорили купить костюм. Я сейчас нахожусь в Москве, я приехал сюда поснимать всякого. Если вы переживаете, что долго ничего не выходит, не переживайте, я работаю над этим, бухая в посольстве. Вот. Я тоже работаю. Не в посольстве, да? А ты как? Я ты как работаешь? Я работаю головой. Да, не работает инстинктами, я работаю да. головой. Нет, я приехал, короче, мы собираемся снимать всякую херню. То есть я уже все написал. Мы в ближайшее время это сделаем. Умный контент, вот только у Мижгана. Расскажу. Раз. Расскажу потом. Наверное, не буду вообще ни хрена рассказывать, просто увидите, когда выйдет. Вот, приехал в Москву специально снимать всякое. Инквизицию снимает! Инквизицию? Ты хотел сказать. Хотел сказать исповедь? Ха, лох, не помнит вещи, да. Снимаю блог. Блог не блогер. Такие вот дела. Я пописал! Прямо сейчас? Да. Давай, вытяжной мишки новые. Вот здесь все сконцентрировано. Я понял, что я неправильную стратегию вообще занял, когда я сначала на фуршете взял винчик, потом шампанское, потом вискарь, потом опять шампанское. Ну, в принципе, ничего. Довольно-таки приятный коктейль. Бурлит у меня сейчас по венам. Надо шлифануть, я думаю, ягуарчиком. Вот. Уже есть 12 видов. Я украл 12 сортов спирта, из которого смешивают виски, называется Джонни Уокер. То есть я думал, что это сувенир. А это оказался выставочный образец, да? Да. Я... Королеве не говорить. То есть мы думали, что это духи. А я украл кошелек много лет назад. Вот, такие дела. Короче, конец перископа. Чуть ждите обновлений на канале. Вот, может быть, на каналах. Что за шар? Тестикула. Это шар, шар, просто шар, шар. Шар, парни. Шар. Вы знаете этот бит. Вот, мы разодетые, как будто шар, бы шар, мы... Шар. Короче, вот в этой резиденции мы реально было... все кофехаусы Москвы. В этой локации реально выглядело, как будто бы это уровень Хитмана. Как будто бы мы такие, так, надо разведать обстановку, найти кого-то очень важного и грохнуть его. И мы реально такие ходили, ну прям выглядит прям один в один, как декорация из Хитмана. Вот, поэтому было интересно. Грохнули Марину Хлебнику. Блин, я бы грохнул. Я бы Марьяну Хлебнику грохнул, да. Вот. Всем удачи. Подожди, неправильно. Всем. Нет, как же место. Отвратительные дегенераты какие-то. Всем удачи. Мы теперь тусим с королевой. Свегри, свег!